Всем здравия! Я наконец-то в выходной, я наконец-то приехал в деревню. Наконец-то мы пытаемся открыть сезон 2022 по копу. Значит, мои два комрада Юрик и Серега уже на точке. Я отвез свое чадо с женой в деревню. И сам еду к ним. Я пока не знаю, как там. Мы там еще не были в этом году. В том году были там, и очень даже хорошо. Видео пока еще не было, но, наверное, будет попозже. Ну что, погнали, не буду вас утомлять. Что будет, покажем, что не будет, не покажем. Видео будет выходить на Ютубе, теперь видео будет выходить на Рутубе и, наверное, на Яндекс.Дзен. Я все это сделаю, чтобы вы не потеряли нас. Все, поехали. Так, я встретился с парнями. Серега советом надергал. 81-й ладонь. Юрик. Вводим еще. Там первый сигнал на дороге. Копанем. Что-то хорошее. Пробка. Да, начинается сезон пробок. Ничего страшного, идем дальше. Сезон открывается с серебра, ребята. Сезон открывается с серебра. Чешуя. Царь. Царь Петр, парни. Ищем дальше. Ну, как говорится, где одна чешуя, там и еще есть. Но чтобы вот так она валялась. Фокус. Дальше.
красота наша. Thank you.
стоп наш закончился. У нас на улице началась резко буря. Полил ливень. Короче, мы нарвались на чешую. Пацаны надергали советов и нарвались очередной раз на чешую. И открыли мы сезон серебром. Во всяком случае, я открыл серебром. То есть первая монета была в этом месяце, в году, в этом 2022-м. Это вообще медная чешуйка. Мелочь, как говорится, мелочь, а приятно. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Переходите на Дзен, на Руту, подписывайтесь. Будет очень приятно. Пишите комментарии и всем покедова.